здесь мы славим человека труда. Наши рабочие профессии – это промышленность, здравоохранение, транспорт, который в Москве, социальное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство – все это важные отрасли города. Вы показали отличные результаты среди 20 тысяч участников конкурса и заслужили право носить высокое звание «Московский мастер». Спасибо. Здесь люди, которые получили сегодня премию, нашли свое предназначение. Что я имею в виду? Это люди, которые любят делать то, что они делают. Они делают это лучше всех. Это то, что нужно городу. Это то, что сейчас признается всеми. Это очень важно, когда наши ребята смотрят на таких профессионалов, хотят быть похожими на них. Конкурс «Мастер производственного обучения» дает возможность молодым преподавателям и мастерам производственного обучения проявиться на высоком уровне. Соревновательный эффект дает возможность им прокачивать свои навыки и тем самым показывать высокие результаты при работе с обучающимися. Мы взаимодействуем с промышленными предприятиями города Москвы, и поэтому важно создавать для ребят доступную среду и, скажем так, передавать преподавателям новые и эффективные методики подготовки именно рабочих кадров для нашей столицы.